Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое быстрое видео. Если тебе нравятся такие быстрые включения со срочными новостями, не забудь поставить лайки, их будет больше. Давай наберем 3000 лайков, как обычно. Большое спасибо за твою поддержку. Буквально несколько часов назад случилось нечто потрясающее для криптовалютной индустрии. Конкретно для Binance Smart Chain и особенно для монеты Binance Coin. В перспективе это может повлиять на рост экосистемы Binance и самой монеты BNB. Поэтому я не смог пройти мимо и решил выйти в эфир как можно быстрее. Об этом еще не было объявлено публично правительством Казахстана, но директор Binance у себя в Твиттере уже сообщил. Национальный банк Казахстана интегрирует свою национальную цифровую валюту CVCB с Binance Smart Chain. То есть цифровая валюта Казахстана будет работать на платформе Binance. CZ также пишет: «Мы пригласили их протестировать BNB Chain для своей цифровой валюты». Если вы не знали, Казахстан уже запустил пилотную версию CVCB в пока еще ограниченном пространстве с некоторым количеством покупателей и продавцов. Уже к концу этого года Казахстан планирует выходить из тестовой пилотной версии в реальное решение по внедрению цифровой валюты по всей стране. И работать эта цифровая валюта будет на платформе Binance Smart Chain. Это очень большая новость как для развития цифровых валют центральных банков, так и для роста самого Binance и его монеты. Ты просто задумайся, какой путь мы прошли. От отрицания и порицания криптовалют как незаконных мошеннических инструментов до платформ, на которых будут работать целые национальные валюты больших государств. А Казахстан действительно большое государство. Самое интересное, что буквально в этом месяце случилось примечательное. А именно, Binance получил законное разрешение на работу на территории Казахстана. Binance прокомментировал это следующим образом. «Мы приветствуем намерение Казахстана стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий и криптовалютной экосистемы. Правительство внесло значительные изменения в законодательство и регуляторную среду, тем самым задав самые высокие стандарты соответствия для криптовалютных площадок в республике». И всего спустя 3 недели после этого мы узнаем вот эту информацию, то, что цифровой тенге будет запущен на Binance Smart Chain. Совпадение? Навряд ли. Кроме этого, в конце сентября Казахстан принял закон о легализации не только майнинга, но и самих криптовалют. Казахи смогут легально покупать и продавать криптовалюту за национальную валюту. Президент страны сказал, если этот финансовый инструмент будет пользоваться спросом и покажет свою надежность, безусловно, мы его признаем на законодательном уровне. Будет ли спрос на криптовалюту в Казахстане? Безусловно, ведь эта страна является третьей в мире по майнингу криптовалют. Покажет ли криптовалюта свою надежность? Конечно, уже показывала. Похоже, Казахстан стремится стать криптовалютным хабом Центральной Азии, если не больше. Кроме этого, Binance Coin может хорошо вырасти, когда цифровой тенге заработает на платформе Binance. Какие-то просто невероятно оптимистичные новости, как по мне, поэтому я захотел ими с тобой поделиться, потому что сейчас все зациклились только лишь на негативе. Я прекрасно понимаю почему, но мне хочется, чтобы на моем канале ты видел хотя бы что-то хорошее. То хорошее, что прячется за тоннами плохих новостей. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого.